поскольку у меня не получилось выставки ни «Сибирь-12», ни юбилейной выставки в художественном музее мне отказали. Но зато вот пригласили на неформатную выставку. Ну, теперь я, значит, попал в неформаты. Хотя, между прочим, я себя всю жизнь считал самым, что я есть формалистом. А эта выставка, значит, как бы неформатная получается. Ну, я уже запутался. Вот, Владислав Витальевич, Владислав, я молодой, вот, красивый. А если вы будете стоять рядом со мной, то будут снимать и вас. Вы от меня далеко не отходите. Короче, вопрос искусствоведу. Как так? Я стал своим вопросом. Я буду... Я молчите. Так это не... Это видео. Скажите, пожалуйста, как так может быть? Я формалист или не формалист? Опять, вот будете задавать парадоксальный вопрос, который ответа нет. Или ответ он сам знает. Ну, а вы вопрос, а я сейчас скажете, а он скажет, это хрень. Я хочу сравнить просто ответ свой с ответом любого человека. Ну, человек, ну, человек хороший, нормальный человек не знает. Как он делает, не убегайте. Ладно, вот. Ну ладно, пошли на банкет. Что тебе сказать? Про искусство, про жизнь, про любовь, про творчество. Искусство бессмертно. Искусство бессмертно. Оно умирает и возрождается, как феникс из пекла. А я сторонник искусства ради искусства. Даже что-то один, спросить один, нечего. Один художник мне говорил, что... Так сказать, мне не важен зритель, да? Мне интересен Чупча, который едет, поет, и песни у него никто не купит. Да. Мне вот тоже точно так же, понимаешь? Для меня искусство – это самовыражение. Если есть зритель – прекрасно, если есть читатель – замечательно. Но если нету, я все равно этим буду заниматься, потому что я этим занимаюсь только в первую очередь ради себя. Рекомендую и слово «самовыражение» тоже убрать. Оно нет, тоже гордыня. Ты же человек православный. Слушай дальше. Я католик. Я тебе подсказываю. Я католик. Разговор с Богом. Все, куда проще. А при разговоре с Богом самовыражение, извини. Пойдем к моим святителям. Понимаешь, при разговоре с Богом говорить о самовыражении, это как-то не пойдет. Вот. И светит свет. Что это? Так, воскрешение. Это же, понимаешь, я беседе мою интервью даю. Это акт воскрешения, творение из праха. Понимаешь? Да. Акт воскрешения. Перерождение. Подожди, я пытаюсь... Просветление. Во, я пытался слово подобрать. Вот железок, для всех вот этих вот несчастных железок, это как сломанные игрушки, понимаешь? Вот Борис Десяткин сломанные игрушки, вот первым он стал, да? Ему не жалко. В них нужно вдохнуть жизнь. Я научил на свалке, нашел деревянную голову слона. Когда-то она у кого-то висела на стене, потом ее выбросили на свалку, и мне унесли в кладовку. Кладовку убрали, и голова слона сгнила. Я ее подобрал, я вспомнил Макса Роженска сегодня. Слону, целями слона. Я знаю, теперь у меня будет слон Эрнст. Я ему туловище не присобачу, прислоню. Короче, Роман,
Роман, Роман, я с тобой абсолютно согласен. Мы с тобой в данном случае единомышленники, честное слово. Потому что я тоже говорю, и как бы это моя концепция, что искусство – это создание нового мира, а уж из чего ты его создаешь, из праха или не из праха и так далее. Но если ты создаешь новое, воскрешаешь и создаешь это по законам гармонии, что, собственно, тут наличествует, то это и есть… Бог, которого признают христиане, иудеи и мусульмане. И даже я. И даже он тоже создал землю из чего? Да, да, да. А ну, человек это соработник Бога. Он создан по образу и подобию Бога. Он соработник Бога. Все, отлично. Спасибо. Что поэты скажут нам? В эфир идет почти что. Ну, поэты скажут, что классно, хорошо. Стихов в этой выставке пока не написал, но, думаю, будут. Так не обязательно стихами. Поэзией можно. Можно с поэзией говорить. Стихами не обязательно, можно говорить поэтически. Ну, можно даже так поэтически рэпом импровизировать. Я так скажу, что это просто классно. Особенно смотрю, вот здесь вижу ясно. Смотрите, вот светильники, все без ума. Сделаны руками, не просто аромат. Запись идет. Скажи что-нибудь хорошее для человечества и интернета. Ну, поздравляю вас, друзья. Поздравляю с наступившим. А скажи-ка, там вот у тебя кадры из мультфильмов. Это что-то, это просто сцены, или это что-то, какой-то мультфильм, или это кадры, или, короче, вот там просто идет, например, название «Нефтяники». Что это? «Нефтяники» – это вообще-то календарь. А. Календарь – это, значит… Ты из пластилина делал эти фигурки, сцены? Все абсолютно, то есть это попытка такая создать пластилиновый мир, да, тематическая. Причем там использованы реальные персонажи с портретом сходства. Но я тебя там узнал. Меня там нет. Нету? А мне бы... Нет, это все директора филиалов нефтяной компании ССК. Она занимается оборудованием. И вот для них был такой тематический календарь. Я давно эту задумку держал в голове, создавать такой вот... мультипликационное пространство, да, которое, ну вот, совершенно отдельное, да, и предоставилась такая возможность, и я вот впервые пощупал пластилиновый этот мир, и там еще у меня... Это давно делал? 2007-й. Мальвина, так. Вот здесь иди рассказывай. Это вы... это событие, тоже много рассказывал. Ну, время... Вы так хорошо смотрите на этом фоне. Это Мальвина. Это имя. И кличка. Здорово. Это Олег Беседин. Великий художник, интересный человек. У вас фон такой великолепный. Это правда. Ну, у него сейчас и другой нормальный. Просто, ребята, да. Почему пять-то? Ладно. Петрович, скажи что-нибудь для Фейсбука. Господи, осколки империи. Сегодня здесь. О, елки-палки. В основном там все люди нормально. Зрелые. Вот там Антон Коткин, даже перезрелые люди. Это Антон Коткин, это мой любимый. Ладно. Девочка живая. Живая девочка, такая красивая, такая. Вот такая вот инсталляция получилась. Вы все из Саянска? Нет, только на Хвоя. Познакомься, это Олег Беседин, знаменитый, известный, потрясающий. Я видео пишу, между прочим. Да, так что можете говорить всю правду. Не стесняйтесь. Спасибо. Вы сам потрясающий. Привет, привет, привет. Саянску, когда мы туда поедем? Ой, не знаю, я сейчас не работаю в музее. Все равно надо что-нибудь. А можно что-нибудь придумать, да? Давайте. Мы сейчас с Ликой об этом думаем. Хорошо. Хорошо, спасибо. Очень рада вас
тебе выставка понравилась. Действительно. Действительно. Это гораздо все интереснее, чем наши такие традиционные. Здесь есть о чем говорить, есть о чем спорить, есть о чем думать, самое главное. Главное, чтобы те, кого я потом буду критиковать, не обижались на меня. А я обещаю не обижаться, если кто-то будет критиковать меня.